Всем привет! Еще одно видео по палатке из парашютного шелка. Там первое видео я писал, мы ее просто постирали, готовили к небольшой переделке. Вот сейчас она готова. Вот, а именно, ну так, растяжки сейчас не все, естественно, все это на работе. Вот он даже к стулу там привязали. Вот, значит, еще раз по размерам и по переделке. Значит, размеры 180 длина на 100, грубо говоря, 20 шириной. Высота, ну, где-то 120 тоже. Вот, все это липучки, закрывается сплошной и по низу, и сверху. Вот, значит, переделке подверглось дно. Оно было из клеенки. Ну, типа ткани АЗК, такая прорезиненная, что давало вес. В общем, все это дело мы вырезали, вот, и вклеили вот такой материальчик. Он легкий, вот, водонепроницаемый. И, естественно, вес выиграли намного. Вот, что еще по палатке? Вот такой общий вид, я даже не знаю. Вот такой вот общий вид. Вот. Ну, она еще не до конца натянута. Можно здесь вот еще подтягивать. Есть для колышков оттяжечки. Вот они, маленькие. С четырех сторон. Вот. Так что для двоих, даже если... Ну, для двоих здесь вообще шикарно. Спальнички кинули с пеночками. И вообще отлично. Вот, она дышит, ни комары, ни мошки, все эти, в общем, отлично. Для охотников, рыболов это вообще. Вот, подождю, если, ну, салафанчик с собой. Тонкий салафанчик, накинул, просто на прищепочке или на что-то там, и все. Нормально, дождь пересидите. Вот, ну, зато выигрывается вес, всего она 800 грамм весит. Вот такое вот видео по палаточке из парашютного шелка. Так что всех с началом туристического сезона, всевозможных охот и рыбалок. Всего самого доброго. Пока.